привет! Меня зовут Лана, и в сегодняшнем выпуске, как я и обещала, я сняла продолжение к моему предыдущему видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Приехав первый раз в Японию, прогуливаясь по Токио, я проходила мимо Императорского дворца. И это место меня просто влюбило в себя своей атмосферой. Это был выходной день, и на улице было очень много людей. Кто-то занимался спортом, бегал, кто-то просто прогуливался, а также очень большое количество людей группами, своими компаниями сидели просто на траве в центре Токио. Не знаю почему, но это меня очень сильно впечатлило. И тогда я загадала себе, что обязательно когда-нибудь приду сюда со своими друзьями и просто посижу в центре города, любуясь на эту красоту. Шло время, но у меня почему-то так и не получилось исполнить свою такую маленькую мечту. Поэтому я решила, что на одной из следующих репетиций я уговорю Алисию прийти со мной и посидеть просто на траве около Императорского дворца и поболтать о всякой ерунде. Я попросила сегодня у Алисии исполнить мою мечту. После репетиции уговорила ее прийти к Императорскому дворцу. Вот мы сейчас как раз находимся на этой территории. У меня мечта была всегда посидеть на травке с кем-нибудь. И никто за мной не хотел. На травке посидеть. Что надо еще человеку? Бедная, столько лет прожить в Японии и ни разу не посидеть на травке около Императорского дворца. В 1868 году состоялся очередной перенос столицы. Город Эдо переименовали в Токио. Городской замок превратили в императорский дворец. В 1888 году на территории двора появился дворец Мэйдзи. Во время Второй мировой войны дворец Мэйдзи сгорел. В 1959 году было принято решение возвести новый токийский императорский дворец на месте сгоревшего. Весь дворцовый замок окружен высокой стеной с башнями и глубокими рвами, наполненные водой. Сады и большинство зданий замка открыты для туристов. Мы обошли всю внешнюю территорию, приближенную, получается, территорию к Императорскому дворцу, и у меня культурный шок. Везде поставлены таблички «Сидеть на травке нельзя». Так, как говорится, сразу надо все делать. Ну что же, практически мечту мы осуществили, но только получается 50%. Поэтому мы приблизились к мечте, и вот сели на такой бордюрчик, и ну, чуть-чуть, а я на курице. Все-таки мечта сбывается. Ну ты не на травке, ты еще подальше. Вот, вот она. Вот она мечта! А вот что же она мечта-то? Ой-ой-ой. Ну вот, исполнила свою мечту. А я понимаю, почему запретили, а на ней нереально сидеть. А как же раньше сидели? Может, другая была травка? Она очень-очень сильно колючая. Она прям как иголочки. Наверное, очень много иностранцев сидели на такой, ну, не на этой именно травке, а там вот, покажи, пожалуйста, вот там вот. У меня всегда была такая дикая казарность, как они просто сидят в центре города. Все замечательно. Даже после запрета посидеть на траве, все равно это место является одним из моих самых любимых в Токио. Так, теперь сейчас шпагат. Давай, шпагат. Мах, мах, мах. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Мы с Алисией все-таки нашли травку не на самой территории Императорского дворца, а вот здесь рядом парк, он называется Хибикоэн. И возьму у Алиси интервью. Вот ты думала когда-нибудь, ну вот, заниматься в Японии, может, чем-то кроме музыки? Я более такой человек, как творческий, но творческий не в том, чтобы создавать какое-то произведение, стихи, там, музыку, да? А, играть в каких-то спектаклях. У меня, кстати, был уже один. Да, такой, кстати, Алиса играла в том году. Это же было в том году, кажется, да. Ну, вообще, хотела все отдать Айси
себя все отдать музыке. Как ты любишь проводить свое свободное время? Свободно от музыки, от работы? Я хожу в кинотеатр и смотрю фильмы на японском языке. Это для меня, конечно... Ну, на японском как? Они, если иностранные, то они с японскими субтитрами. Не знаю, мне как-то мозг расслабляется и отдыхает на это. Вот сейчас закрыли, да, на пандемии. То есть надо... Ну, сейчас опять открыли. А когда невозможно было ходить в кинотеатр, это был стресс. Я дома пересмотрела все, что есть. Какой твой последний фильм? Я посмотрела в Netflix Акита Чину. Посмотрите этот фильм, он очень такой кавай. Еще вот один вопрос я Олесе задам. Свои ощущения, твои ощущения, когда ты попала в нашу жизнь? Посмотрите мое первое видео. Олеся, там идет история, как она попала в Японию, чем она занималась до. И вот расскажи мне, пожалуйста, ты первый раз поешь в группе? Вот у меня просто такой эксперимент в жизни есть. Да, в основном я танцевала всю жизнь. И попала вот случайно, меня поставили петь солисткой, ну вот буквально случайно, да? И потом я стала любить музыку как-то по-другому, да? Танцор и певец — немножко разные вещи, ну, отношения к музыке. Когда начинаешь петь, ее как-то по-другому ощущаешь. Вот ты попала в группу, а как тебе было? Вот нас же было трое человек, да? Ну, втроем, и тем более мы как не просто группа, мы колос-группа, нужно петь гармонию уметь, да. Это было вот самое сложное, наверное. Но чтобы сделать красивое это оголосие, вот этому мы долго учились. Вот приходится оттачивать каждый прям слог иногда, каждое окончание, чтобы прям полностью вот это самое точно, сложное. Да. I don't wanna... Talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen? Ну что же? Мы, говори. Это прям, у нас такая есть известная группа Exile, Элиса, танцуй. Мы очень сильно уже проголодались, потому что мы сегодня тоже после репетиции, и сейчас пойдем кушать. Ну все. Голова дракона. После нашей репетиции, после... Спасибо, Алисе. Мы здесь громко. Очень громко. Мы вот зашли, такой нашли интересный ресторанчик. Посмотрите, мы на улице у Алисы танцы. Правда, сейчас можно здесь только находиться 1.5 часа, нам сказали, да? 1.5 часа только. И весь заказ делается сейчас через приложение. Вот покажи такое приложение. Меню не даю. Отлично. Ну, мне нравится здесь. Кстати, не так далеко от нашей репетиционной студии находится. Мы часто вызываем. Ну давай, Алисия. Вот что значит, человеку еще остались силы даже и на танцы. Я боюсь тебя сейчас. Меня люди тут пальцем тыкают. А смотри, там женщины начинают с нами танцевать. Посмотрите. Смотрите, как они радуются. А, вот. О, все начинают танцевать сразу. Хотя вы знаете, что в ресторанах... Убежал мужчина. А, он тоже, кстати, это... Что у нас получается? Официант такой интересный. Здесь, конечно, нельзя танцевать. О! Но вообще вы знаете о том, что в Японии, кстати, даже на дискотеку, если нет специальной лицензии, нельзя танцевать. Да ты чё? Ты не знала об этом? Да. Это и... штраф возьмут с меня сейчас. Нет, тебя не возьмут. Наведение. Нет, ну я думаю... Тогда окей. Да. Если какая-то придет проверка, даже на дискотеках, даже на многих дискотеках пишет «No dance», нельзя танцевать. Вот. Если можно просто получить такую лицензию, очень дорого. И поэтому многие бары, рестораны, там люди танцуют, но без лицензии. Просто пишут такие таблички.
Вот так. Посвятила Алисе немножко нашего япониста. Не знала, я везде танцую. А потом, наверное, ты уходишь, и на следующей неделе это место закрывается. Да, не возвращайся. Такой у нас казачок по закрытию ресторанов. Так, ну что, мы сейчас пьем пока кофе, ждем, пока принесут нам спагетти. Мы заказали вот такую пасту. Алисия, у тебя с чем? Мито соус. А у меня базилик соус. Наверное, все это вот там. Вкусно. Так, ну что же, еще один наш революционный день подходит к концу, к завершению. Вот так вкусно поели. Тут такая вкусная паста оказалась. Подписывайтесь на наш канал, на Алисин канал, на мой канал, на наш общий Макс Фанс ТВ. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно пишите комментарии. Будем очень-очень-очень рады. Ну все. Всем пока. Пока-пока. Ну, станцуй, деточка.